Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня я снова вышла садить лук. Я обещала вам показать, как я буду садить. Сейчас я все покажу. Я вот про эти луковицы говорила вам, что не буду садить, пока они не проснутся, что они подозрительные. Ну вот они проснулись все, и даже уже показались и ростки, и корешки. И сейчас я их высаживаю. Сейчас расскажу о схеме посадки рекомендованной. Рекомендуется лук высаживать не густо, дорожки делать на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга, луковички в ряду 8-10 сантиметров. Я делаю чуть погуще, потому что мы в течение лета будем его прореживать. Я все равно через одну луковицу выдергаю, им будет здесь свободно, очень хорошо. Так как сегодня ветер, я не могу посыпать в дорожке ни табазол, ни табачную. Ой-ой-ой-ой. И поэтому метод посадки у меня сегодня другой. Обычно нужно делать углубленные такие бороздки на 4 сантиметра. И туда уже усаживать луковицы. Перед этим посыпать бороздки. Но посыпать сегодня я ничего не могу. Ветер все сносит. Поэтому я прибегла к другому способу посадки. Я просто делаю углубление на эти же 4 сантиметра на глубину луковицу. Обмакиваю в адскую смесь, это табазол и красный перец, и усаживаю туда. Так сделаю я со всеми. Вот это то же самое, это может заменить вам посыпку дорожек, потому что сыпать невозможно, вы видите, ветер все сносит. Если бы я вот эту вот адскую смесь посыпала, тут вообще, не дай бог, в глаза попадет или куда-то. Это тут же и табачная пыль, и перец, все, невозможно. Выход нашла вот так вот, посею. Когда мы закрываем луковицы, заглублять сильно не надо. Рекомендуемый слой над луковицей 2 сантиметра. Если заглубим больше, долго будет выходить росток. Заглубим меньше, потом во время полива луковица оголится. И в жаркий период, когда-то же будет у нас тепло и жара, луковица будет пересыхать, и хорошего урожая вы не получите. Оптимальный вариант 2 сантиметра. Все, у кого нет ветра, делайте дорожки, посыпайте табазолом или табачной пылью, или вот адская смесь готовится, табачная пыль, зола, красный перец. Посыпайте дорожки, укладывайте луковицы на расстоянии 8-10 сантиметров друг от друга, присыпайте слоем земли 2 сантиметра, и все. Лук вырастет. Насекомые обойдут ваши грядки стороной, все будет хорошо. До свидания. О поливе лука скажу позже. Погода очень плохая, невозможно ни снимать, ни садить. Сейчас быстренько досажу, у меня еще половина не посажена. Сажу в те периоды, когда нет дождя. Вообще погода